Всем привет! Мы продолжаем наш цикл интервью с конференцией Baltic Digital Days 2021. И сейчас, в данный момент, для вас уже, соответственно, сегодня можно выразиться, я позвал немножечко поговорить с нами и рассказать о себе Александра Свистунова, если я не ошибаюсь, ныне управляющего партнера агентства Иващенко и Низамов. И, Саш, ну, во-первых, привет тебе. Привет. Ну, давай, расскажи, как тебе тут? Ты был в прошлом году? В прошлом не был, из-за ковида решил не ехать, поберечь себя. В этот раз подготовился. Прививки, вакцина, все. На всякий случай, для ваксеров и антиваксеров, вы каждый сам там решайте. Да, все решайте, каждый сам. Это личное дело каждого. Да, личное дело каждого. Был 2 года назад, в первый раз. Понравилось. А, это был только первый раз, и ты сразу с докладом сюда. Ну, тогда я был без доклада. А, когда... ты ко мне с докладом, да, это поехал я тебе в итоге. Поехал, да. Ну, у нас народу побольше было, ножки тряслись посильнее, я думаю. Я тебя видел в то утро. Тогда было, кстати, первый раз, когда я вообще выступал на публику. Это было вообще... Я бы не пошел. И сразу к вам. Ну, да ладно, кибер в данном случае не очень актуальная история для сегодняшнего интервью. Как тебе в этот раз? Тут ничего сильно удивительного, разве что нас вывезли за город. Никаких тебе автобусов, ни на мотоциклах в люльке да, тебе спикер ничего не рассказывает. Да, я помню прошлый год по трансляциям, что автобусы были, была жара у вас. Вот в этот раз все супер, ну, как всегда, в принципе, у Димы. У него все на высоте, все нравится. Отлично. Ты ведь пришел в агентство не каким-то подготовленным спецом, сразу там не медлом, не сеньором тем более. Ты пришел вообще даже не джуном, как я понимаю, а просто стажером. Да, я пришел в 2014 году, в августе 2014 года, 7 лет уже получается, просто SEO-стажером на то, чтобы делать аудиты, ну, с которых ребят всегда заходили в продажи. Ну, ты с курсиков с каких-нибудь или так? Нет, так. Мне рассказал об этом мой однокурсник, который вот начинал работать у Влада Сактаун, что типа есть такое SEO, что там можно зарабатывать по 70 тысяч на руки. Что-то того, что когда мы... В 14-м? Да, он был руководителем отдела. Вот, и я в тот момент понял, что там по специальности это максимум 50, думаю, вот тут классный 70, ну и начал читать книжки. Вот все эти книжки от Ада Ясева, все знаменитые. Начал читать, вовлекаться, и в какой-то момент он начал набирать, я подал туда, соответственно, заявку. И не прошел. Я был третьим, набирали двоих, я был третьим. Но мне сказали, ты стоишь просто в следующем. Когда компания будет расширяться. Да, будет компания не расширяться, мы тебе позвоним там без конкурса. Если интересно, ты зайдешь. Вот они мне через 2 месяца позвонили. Ну, соответственно, зашел, и все, вот с этого все началось. По поводу роста, ну, рост со стажеров, джуна, медва, сеньора, он примерно понятен, он просто вертикальный, объяснимый, просто с годами, если человек что-то делает, он все-таки будет расти, и уж как минимум до мидла, по-моему, дорастают все, кто хоть чуть-чуть этого хочет. Но ты в итоге перешел на управляющую должность. Да, у меня был рост стажер. Получается, middle, ну, у нас как бы стажер-джун примерно одно было, стажер-middle и дальше все управляющие сразу должности. Даже без сеньора? Даже без сеньора. Там меня перевели в руководителя проектов, то есть я строил всю стратегию. Ну, возможно, считается сеньор, возможно, это head of SEO, но у нас это считалось просто руководителя проектов. Человек, который держал в себе аналитику по всем проектам и дела, а под ним работали спецы, просто выполняя то, что он... Ну, по сути своей, в любом случае, это менеджер, это все-таки да, не сеньор. Да, это уже, наверное, чуть выше, чем сеньор. Вот, а потом мы поняли, что мы не справляемся в плане того, что держать там в голове 80 проектов, это ну, нереально. Начинает падать качество. И я ребятам, ну, ребята говорят, что что-то не так. И я говорю, давайте другую схему. И мы решили все скинуть на спецов, то есть вот сделать как раз сеньоров. Вот, а меня сделали руководителем отдела, чтобы я их проверял, регламенты, техничку, вот это вот все. И главный вопрос во всех этих историях про переходы, про боли. Это всегда больно, тяжело, когда ты сидишь, что-то делаешь ручками сам, тебе все понятно, легко. А вот как жить с тем, что кто-то делает? И он же ведь делает не так, как ты хочешь. Да, равно. Тут боль больше управленца, да, это естественно. То, как ты настроишься с командой, как она будет тебя чувствовать. Ну и по факту, сначала все шли, команда шла через боль регламентов, то есть ну, не выполняешь регламент, тебя спрашивают, а потом они это приняли. И у нас просто пошло доверительное отношение. Команда как бы стала уже как семья, они в меня верили, но я верил в них, и мы, соответственно, вместе росли. Вот. Но проблема была в том, что рос техотдел, потому что я был в техотделе, да, и рос техотдел, а есть еще клиентский отдел. И вот затык всего роста всей компании был в том, что клиентский отдел не справлялся. Не доходило достаточно да, клиентов. Да, то есть приходили лиды,
они, условно, продажники, делали что лишь бы продать. К нам приходит лид, который через месяц отвалится, потому что продали не то, что надо было продавать клиенту. О, да, я в старые бородатые времена SEO-шника прекрасно это помню. Вот. И аккаунты тоже. Аккаунты вроде работают с клиентом, но как бы не развиваются. Нет там каких-то чек-листов. То, что вот у меня было выстроено, там этого не было. Ну и в какой-то момент мы поняли, что там тоже боль. И в этот момент, кстати, вот началось у нас смена руководства, когда вот ребята начали уходить с операционки. Перейдем. Да, мы сейчас к этому перейдем. Вот и там уже мы дальше росли по-другому. Ну и, соответственно, ты перешел на должность управляющего партнера, чтобы заниматься уже всем комплексом, а не только лишь технически. Да, мы поняли в тот момент, что руководитель клиентского отдела он не справляется, и он нам, в принципе, не нужен. Плюс мы 2 года назад очень горели идеей бирюзовой организации, когда нет управленца, в принципе, есть какой-то один, так называемый, фасилитатор, который их направляет, но он не спускает решение вниз. То есть он нам предлагает и обсуждает это с командой. Команда решает да, нет, и там это бурное все. И мы как бы под этим соусом, можно сказать, мы руководителя клиентского отдела убрали, потому что у нас нет руководителя, оставили меня как бы фасилитатором, как таковым. Ну, а по факту это был управляющий всей компанией. И если переход, ну, не так, переход на первую управляющую менеджерскую должность, очевидно, больно. А дальше переход на чуть более высокую, когда-то уже непонятную и ясную тебе техничку начал захватывать, он с точки зрения менеджера для тебя стал чем-то сложным или просто пришлось дополнительно разобраться в продажах деле, и аккаунтинге? Самое больное это было стать руководителем компании, потому что вот там мне было несложно разобраться в продажах, в аккаунтинге, но держать всю операционку на себе – это прям боль. Это такая боль, что никому не выжилая. Вот. Руководителем проектного отдела было проще намного. То есть ты держал отдел, и он был просто выстроен под тебя. Когда ты ушел в операционку, там нет руководителя, и там начало уже сыпаться то, что у тебя, и тут уже поехало все. И ты начинаешь пытаться закрыть все, и постоянно туда-сюда бегать. И как ты с этим справлялся? С командой. Команду настраивал на то. То есть команда должна была быть автономной. И мы, соответственно, из-за того, что мы пришли в «Бирюзу», у нас нет KPI, да, как это мы всегда ставили. Мы перешли в «Бирюзу», и команда автономна, она сама себя контролирует. И если мы видим, что в команде кто-то работает плохо, то просто вносится вопрос о том, как бы ему предупреждение, да, если он не берется за себя снова, он уходит. Все. Теперь давай непосредственно переходить, почему, собственно, фаундеры агентства ушли от операционки. Они ведь уходили оттуда не просто потому, что они решили чилить, а, как я думаю, многие знают, в «Додо». Да. Ну, не работать в «Додо», а развивать свою часть франшизы «Додо». Да, они в 2018 году, ну, по факту, как они все там, сколько получается агентство, 4 года, 5 было в 2018 году, 5 лет они бились над тем, чтобы агентство росло, а оно там последние 3 года стагнировало. Разные были причины, которые я обсуждал, да, там и продажи, и они пытались что-то делать, и продукт, но по факту они устали от этой стагнации, устали от того, что нужно биться там за какой-то рынок, который огромный, да, по факту. Но, с другой стороны, там есть Яндекс, есть поисковые, ну, соответственно, Яндекс, есть другие компании, которые это все отжимают. Огромный штат сотрудников, это тут все держать в себе, за всем, ну, всем управлять ради какой-то маржинальности. Ну, все мы знаем, да, что диджитал-агентство там где-то в районе 20%. Хотя раньше мы там 60 закрывали, это в 2014 году, да, а сейчас это все ушло. Ну, там чуть дешевле было производство. Да, чуть дешевле было производство. А сейчас это все аналитика, оно все стоит дорого, и это все нужно держать. И они устали от этого. Они понимали, что им нужно условно там, ну, не знаю, к примеру, по 1 000 000 на руки каждому иметь. Ну, они, понятно, не молодеют, им нужно когда-то начать чилить вот на этом всем. И они понимали, что они не сделают, если там по 1 000 000 на руки, там, словно в интервале 5 лет в агентстве. Ну, не верили они в это. И они оставили на нас там с определенными договоренностями, что мы это все не разрушим до той степени, ну, там, чтобы... Ну, условно, раз в квартал как-то чекают, проверяют, видимо, что происходит. Ну, каждый месяц они чекают, больше чекают выручку, ну, чем, понятно. Да, чем что-то другое. Зачем им чекать операционку, из которой они ушли? У них есть понятный KPI. Да, как бы чекают выручку, если с выручкой ок, они получают там те суммы, которые они, в принципе, хотели, минимальные, ну и все, как бы, их это устраивает. Вот, и пошли развивать «Додо», ну, а «Додо» у них развивается стремительно, условно, да, и там 50-миллионная сеть сейчас, буквально за 3 года. «Додо» — это отдельная история, и это больше к Владу с «Октавом» явно. Мне интереснее другое, как агентство.
Вы были до Дода заточены прямо на SEO-шку или комплекс делали? Мы были всегда заточены на SEO-шку и больше ничего не делали. И, в принципе, когда ребята ушли в Дода, мы тоже делали только SEO-шку. Но не так давно? Не так давно, да. В итоге они купили в 2018 году пиццерию первую свою. В конце 2019 я им предложил, видя их рост, пиццерии, спросили, что у них за маркетинг, они показали, рассказали. Я говорю, давайте мы этот маркетинг заберем себе, еще его там доработаем, чтобы было все у вас хорошо, заберем все ваши пиццерии и начнем предлагать партнерам. В итоге 2020 год мы начали с того, что я запускал новое направление, SMM, и SMM именно вот такой, как под Dodo. Подробности него, можно да. не уходить, и, я так понимаю, часть из этого материала на вебинаре в кибермаркетинге Александр тоже рассказывал. Да, часть из этого было, сегодня будет еще более подробно на докладе, соответственно, можно послушать. Вот, и в принципе, вот с 2019 года у нас стало два направления SEO и SMM, и SMM мы стали развивать намного активнее, пошли партнеры, да, за счет кейсов, то есть изначально они шли за счет имени Влада Октава, что вот... Это основные двигатели франшизы, наверное. Ну, они не основные двигатели франшизы, они скорее двигатели сейчас на больше клиентов. То есть у них, условно, какой-нибудь Dodo съезд или какое-нибудь там собрание, они опять расскажут про свой маркетинг, нам сразу там несколько лидов придет, если мы активно это не стимулируем. Но в последнее время мы стали сами активно стимулировать, начали там таргетинг целевой делать на других франчайзи, чтобы они к нам приходили. А ушли мы сейчас активно в SMM, потому что при том же обороте, там всего работают несколько сотрудников, они огромный штат, ну и рентабельность там в разы выше. Ну и там все тематически примерно одинаково. Да, оно примерно одинаково, оно все стабильно, ты не борешься с Яндексом. Аналитика сильно не нужна, есть просто стратегия, которая работает, и она работает на любых пиццериях. Там. Окей, по объему сотрудников, какой процент из технического отдела это сейчас SMS-щики, и какой остались SEO-шники, они же остались? Нет, SEO-шников сейчас больше, и вообще SEO-направления, как бы, они больше, большая часть, наверное, не знаю, процентов 80 на 20. SMS-щиков 20, по 80. Оборотке или прибыли? А по оборотке SMM дает, наверное, 75, SEO 25. То есть, следуя логике, SEO проще закрывать. Ну и мы его по факту сейчас не то что закрываем, оно у нас стагнировано. Мы отдали все автономно на команду, то есть я оттуда ушел буквально пару месяцев назад, вообще от операционной деятельности, то есть все передал на команду, команда работает сама на себя. При этом мы, хоть и были всегда противниками KPI, мы с ними договорились, что раз вы ведете все сами, вы должны за это тоже отвечать. Соответственно, если вы падаете вместе с нами. Если вы растете вместе с нами. И они как бы SEO держат под себя, у меня только советы по развитию. И отсюда вопрос. Нет страха замыкаться, по сути-то, в одном клиенте? То есть, да, это разные франчайзи с разными юрлицами, но глобально это все равно все... Мы не замыкаемся. У нас была сеть Шаверм Senior Junior, с ними не получилось. Там расскажу сегодня на докладе, какие были ошибки и с их, и с нашей стороны. Сеть Пекарень Хлебник. Вот недавно начали с ними работать. Ну и, в принципе, сейчас активно предлагаем всем. Пытаемся больше в общепите, именно вот где есть франчайзи, где много можно собрать. Но в целом этот маркетинг... А кроме общепита? Абсолютно любому может подойти, просто индивидуальный подход нужен на старте. То есть лучше, надо очень много на старте проговорить, все или на все готовы. Если да, то можно стартовать, это подойдет. Это так, личный интерес. Супруга юридически поддерживает одну сеть маникюрных салонов, тоже франшизную, так что, возможно, им будет иметь смысл закинуть. Конечно, развитие конечно. SMM. Вообще, в принципе, любым подойдет любой бизнес. Но обычно бизнес услуг скорее, чем интернет-магазины. Хотя интернет-магазины тоже у нас есть, условно, клиент, он продает развивающие детские игрушки, он там зашел на SEO-шку, и мы ему эту же стратегию пицца присылаем. Пицца – это услуга или магазин? Это сложно вопрос на самом деле. Это, наверное, больше как магазин, но... Но это неотделимо друг от друга. Неотделимо друг от друга, да. По большому счету. Тут не привезешь на следующий день, если не успел. Ну, там целевая аудитория. Даже вот взять ту же шаверму, там абсолютно другая целевая аудитория. И все, как бы. Идет отстройка, абсолютно другая стратегия, но как бы корень, вот тот, про который буду рассказывать, там три принципа, они работают везде. Окей, что дальше? Что дальше? Сейчас мы вырастим SMM, я думаю, активно, там за полгода-год, до каких-то объемов, которые позволят нам спокойно, как фаундерам, да, и мне как партнеру существовать. И, скорее всего, мы вернемся к SEO-шке. Я как-то больше в это верю. Но, возможно, там перестанем бороться с Яндексом. Вот, и уйдем в Бурж. Потому что Бурж сейчас, я знаю, очень активно развивается, и, в принципе, у нас есть опыт, тут несколько проектов, и мы эту будем тему разгонять. Саш, спасибо тебе огромное за интервью.
Традиционно напомню, что мы находимся на конференции Baltic Digital Days 2021. Вы видите от нас интервью в записи, а 16 и 17 августа, получается, уже точно прям видели, это точно для вас уже прошедшее время. Непосредственно все доклады с Baltic Digital Days у нас на канале, на Промопульт ТВ, так что, если пропустили, отмотайте там на какое-то количество видео назад, и вы найдете прям большие-большие два, а может быть, даже и три дня. Поэтому спасибо, пока!